тренирует применение очень многих боевых техник в реальной ситуации. Несмотря на то, что она выглядит очень медленно, у них очень много боевого смысла, и его применение очень опасно. Также работа этого ката практикует укрепление внутреннего здоровья и повышение работы всего организма. Приобщимся к боевому искусству. Давайте изучим несколько движений. Вверх, вдох, рука. Вниз, выдох. Давайте все вместе. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Все, вам уже можно черный пояс вручать. Hey!